дорогие братья и сестры, исполняя циркуляр нашего управляющего епархии, митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора, напомню, что в храме выполняются все предписанные указания. Это и регулярное проветривание, это и протирание всех ручек, это дезинфекция храма и многое-многое другое, что предписано для безопасности людей, которые посещают наш храм. Но учитывая тот факт, что в нашем храме много пожилых людей, немощных, больных, престарелых, инвалидов, которые не имеют возможности посетить церковное богослужение, мы предлагаем вести прямую трансляцию с церковных служб из храма Рождества Христова. Но для этого нам понадобится ваша помощь. В чем она? Для того, чтобы транслировать через канал YouTube прямые трансляции со службы, у нас на нашем канале должно быть не менее 1000 подписчиков. Поэтому тот, кто пожелает поучаствовать в просмотре прямых трансляций из храма Рождества Христова, особенно во время повышенной безопасности и прочих немощей и слабостей людей, и именно в этих целях мы и приглашаем вас подписаться на канал нашего храма. И храни вас Господь, дорогие братья и сестры. Здоровых приглашаем в храм, а немощных будем приглашать участвовать с нами в богослужениях через возможность прямой трансляции. Храни вас всех, Господь!